Я первую печать пропустил. Хватит форсить эту тему, Ангст. Я не отношусь плохо. Шуля, Ни к чьим членам и яйцам. Привет. Ада, я только про крест знал. Нормальный вообще ночью с собакой гулять. Сейчас ОМОН Вечер же. И анально накажет. Да ладно. Всем привет. Привет. Сколько людей, много. Гуляем. Собака Эйлиан, подчеркивание пай. Надеюсь, игра крутая будет. Группа с очень важными новостями. Ебак — это метафора. Паша не, не знаю, чего оборачиваюсь. Он просто совершает удар футболиста. По силе и мастерству способен совершить хэт-трик в финале турнира. Я не совершаю никаких ударов по яйцам. А чего оборачиваешься? Я нам кто-то шли. Что это за гам, я извиняюсь. Паш, давай вслед. Раз какую-нибудь запоминающую историю. Да, по-моему, у нас померла собака. А что за история с яйцами? Кого-то... Какая история? Хватит. Ты чё, собаку топишь? Я понятия не имею, что за история с яйцами, но я ничьи яйца не трогаю. Кроме своих. Привет, Время Паш. От времени. А что, ничего плохого в этом нет? Чё, подумаешь, свои яйца Си-си-бля. Потрогать? Ты что делаешь? Кто не трогает свои яйца вообще в чате? Я думаю, нет таких людей. Придется спиной идти, потому что я не вижу ничего. Ну я девушку бросил, наслала каких-то чертей на меня. Стояли у подъезда. Нужно немного поебланиться по району. Хуже дома будет поздно. Я не трогаю. Чешу яйца. А что? Что-то очень неклассное творится. Стримлагает интернет быстрой. Но фишлайк клиент. Я... W-звездочка моя. Что это? Нет, продолжать спину идти. Паша уже второй стрим подряд бьет жителей Челябинской и Магнитогорской областей по мошонке. Да так смачно, что она делает бэкфлип с переворотом. Я столько всего пропустил. Аж скажи, что нить мне звук настроить надо. Зачем Ангст что-то выдумал про члены яйца, я не понимаю. Удар, Роя перевернулась и пережала канал. Что происходит? Там темно. Нажми букву А. Ах, мне... Была подсказка про фонарик, что ли? Я ее пропустил. Я сзади комар. Вернись. Блин, я бы хотел выключить озвучку чата, но мне так лень его читать, даже про себя. Ваши субтитры на канале. Мне так лень читать чат про себя. Вроде справа было. Это тупик. Какая-то страшная игра, я вам скажу. Можно бегать. Блин, ты же стриминг топ. Думаешь, сейчас... Опять канализация сраная. Паш, это хоррор, сиди тихо. Лево. Ровно до Пашиного вруба. Я же ненавижу сраные... Когда Паша же сказано было. Канализации прошлого стрима. Норм озвучка, я пиздец как по ней соскучился. Жаль, кончено, теперь без потомков буду. Зато на стриме. Шилка получается... Каких потомков? Каких потомков? Но нас хотя бы не заставляют искать ключи от дверей. Я не трогал яйца, Ангст, хватит. Но мне потомки и не светили. А теперь хоть будет чем объяснить родственникам. Так это страшилка вообще. На стене дойки написано было. Сзади аж помолчи, мне мама зашла. Паша, ты когда записки будешь подбирать, не смотри на лысого в костюм. Чем пишете? Игра я Какой Unity. Хороший Если стрелок. Нет, то нет смысла в нее играть. Да, на Unity. О, гейм мануал. Ого, им идет уже 12. Ну, вроде все понятно. На Unity и че? Копий. Патч совершил рампаги по яйцам. Раты комплекта. Может хватит, а? Экстрема, Паш, да? Я тут в доту хочу комбер. Эту сборку на пуджа. Так. Ладно. Достаточно. Текст. Может надо кувалды стены ломать? Не сомневаюсь. Drain Edicts серия 500. И прямо. Сейчас разберемся. По бырьку пройдем, думаю, за 40. Я посмотрел Кутис наконец. И пойдем next. Это Bomberman 3D. Когда стрим по Defend of the Ancients эпизод 2. Что? Drain Edict 500. Какого Defend of the Ancients? Нормально вообще, что ли? Вау. Какая дота у вас? Все Паш, нормально. А когда кукурузой будешь крыску кормить? Пока Астон Линд педофил не стал. Прямо изобилуешь контентом в последнее время. Круто. Ты мне? Я бы не сказал. Блин, это просто ты педофил. Ну. Ну, Паш. Окей. Чатиный бомж ставил записку. Привет, после себя. Стрим. Спасибо. Глаза ползут. Привет. Охуенно. Паш, ты можешь ебать. Это ты классный. Кувалды разворотить. Просит лично, какой тот чел, кто там ворлок. Блять, эта блестящая хуйня похожа на маяк. Где полоски на экране? Ну реально, Паш, в рук ночью равно термический удар по яйцам. Ну началось вот это, end quote. Если вы видите педофилию, вы педофил, end quote. Просто чувствую кайф. Мхай. Привет. Да-да, мхай. Привет. Ермак, я апологет этой мысли, ебать. Привет. Мхуй, все мы педофилы в какой-то степени. Собака Астон Линд, ты охуела. Либо аргументируешь, либо встречаешься со мной в Питере в середине ноября, и мы пиздимся на той площади с большим фалосом. А если я вижу Биг Буба Милки Миф? Что тогда? Ку всем. Привет. Паша, переводи нам, пожалуйста, записку. Не, мне лень. Блин.
Вы не можете 100% утверждать, что если проебать ваш мозг алкахой, допустим, то вы не полезете на девочку, у которой только выросли сиськи. Ладно, Пашуля, я желаю тебе удачи и всех благ. Спасибо. Любимого твича. Иди сюда. Куда? Аргументировал. Вал? Паша, ты испугался. Так сиськи разве в 11 лет отрастают? За хуйня? На нахуй сирийский уебан. Разбей ему ноги и руки. Паша, не уходи. Удар. Удар. Хуярилова. Граффити атаку. Ой, грудь разоболела. Ну и да, охуенно осталось бухать начать. Ага. Пал? А мы голову. Видели, как собака уехала. Паша в чем запищался? Ебать собачий дрифт. О, господи. Хватит шутить, пожалуйста. Собачий дрифт, реально. Помните мем? Паш, вруби вебку чисто грудными на стрим поиграть. Не, ну про собачий мем это смешно было. Ой, что? Про собачий дрифт. Вебку. Не, у меня голова сегодня сальная, не буду. Сегодня получил официальный документ. Поздравляю. Свидетельствующее о повышении заработной платы на 5000 рублей России. Респект, молодец. Группа с очень важными новостями. Лин, стопаш, а где вебкэм? Похуй, сосальная, не хочу. Блядь, включай. Собака Сайга, подчеркивание Эрмак, я про то говорила, что чем он свои сюда желания перекосить сдерживая. Особенно, когда они у нас не одни, лол. Перверсии звездочка. Че, шутите? У меня выключился фонарик, не хочу оборачиваться. Как же ненавижу такие подвалы. Это очень похоже на мой подвал в доме. Супер сильно. Я сдерживаю свою перверсию прямо сейчас. Сука, а задание за присадки отключено. Я не хочу там лайкать хуйню всякую. Значит, пропив мозг алкахой, я буду ебать на этом стриме. Сосальная голова, показываю чумазово. Я тебя услышал, Ермак. Вот будет стрим какой-нибудь говна типа Майнкрафта, да, Джампкинга, подобного. Не ничего. Посидим и с вебкой, и бухлом, с пивком, и с присадками, да. Сейчас хочу в игру поиграть крутую. Давай. Ваш как сам. Хорошо. А будет стрим по пикунику? Пикунику. Собака, вопрос, останови, а если вопрос хороший. То у меня впервые ощутимо произошел сдвиг в голове в лучшую сторону. Тулу Ермака. Ебать. Со спины атакует. Ланя. Надо бежать. Не понял. Какой сдвиг? Какой говно. Как же мне это не нравится. Это блок, я так понимаю. Хороший такой. Если он медленнее идет. А что мешает сейчас с бухлом, пивком, очками, светомузыкой под бузовую присадку? Ну вот атмосфера игры. Нам на пизде. Я считаю, игра, что игра крутая. Пальцы, дал жидкого поперек стрим. Одним словом, бармалей. Да, мне показалось? Надеюсь, не Паша, показалось. Так, когда пикун. Какой пикунику? Ви-ви-ви-ви. Бака астрим. Не понял. Я вот шутки про один патрон шутил, а больше чё-то и не хочу. Паш, у меня инет не дает смотреть видео. Топ-звук, скажи, что там. Здесь опять. Напишите, собаку не слышу. Сраные. Трубы, канализация ванная, сточная. Пишите в чат. Блять. Ваш супер Сусу привет передай. Ваш, вот такой пикун, Ильич. А, да, отлично, Ангст. Так, стоп. Это хорошо, Ермак, полбой, это из-за того, что ты стримишь реже. Сейчас из этой хуйни я вылезу, а похмелиться попрошу, подготовь подгон до сети. Паш, чё там? Сделай я игру потише, пожалуй, ладно? Да мне кажется... Но я же до этого не стримил месяцы. Будет да громко. Знали, ну так, хорошо. Не понял. Не делай нормально вроде. А, у меня же... Да ладно, я слишком тихо сделал. У меня под окнами сейчас такие же сидят. У вас же и так усиление стоит игры. Узнал себя в картин хворост, дам расписание видеоклипы October Lost in Vivo общества. Джо Фрикс, русский шутер с видом от первого лица шутера Индии, игра 3. Как неприятно здесь находиться, честное слово. Все ради какой-то собаки. Пути назад уже нет, да, получается? Ваш, так, что с яйцами? Ого, им идет уже 22М52С. Яйца в тепле. Все пропукано. В тепле, в здравии, все нормально с яйцами. Прикольно выглядит. Человек яйца. Не знаю, можешь скинуть мне название в личку, я потом посмотрю. О, Паш, ого. Я что вспомнил. Я, короче, 8 лет назад светил лазерком в воду в такие же говностой, а потом случайно выкинул его туда вместо камушка. Да, что? День, я подобрал...
Да, сейчас буду, блин, собирать ваши, блин. Но ты ебушка. Кораблики бумажные. Не понял. Нихуя делать. Что это? Канализация. Да мне 12 лет было. Можно прицеливаться. Чудо ебалось коряк. Сережки там, да? Не, я тут только за собакой, простите. В следующий раз подрубай в час ноль. Пишут и пишут, унимают атмосферу. Вообще-то 21 лет. 21. Вот давайте я сделаю по ключевому слову озвучку. Давайте я сделаю озвучку по ключевому слову. Чтобы короче, ненужное сообщение бот не зачитывал. Придумайте какое-нибудь ключевое слово для сочетания букв. А я пацану дрочил в 11 вопрос. Можно? Кво? СН. Кво? Собака Трейн 254. Ты же обещал не рассказывать. Что-то мне не нравится. Собака Сайга подчеркивание Эрмак, но соснул маляж не рассказать ребяти. Пал? Ты ревешь. Ты чего бы кота? Давно не играл. Ты дрочил сознанием дела или с полным непониманием? Нет. Сегодня? Игрушечный жимон. Не настоящий. Я испугался. Какого-то. Давайте. Давайте ключевое слово для озвучки сообщения будет Стиви Ди. Так, сеттинг. Дейгу. Банана фаунд дом бексет. Keywords. Стиви Ди. Все. Стиви Ди. Я сегодня никак. Игра прикольная. По-моему, она напоминает Condemned, да? Надеюсь, мне не одному. Здорово. My name за 20 минут проходится нахуй надо. Могли бы пройти. Иведи охуеть тело пипали. Все, я врубаю. Мне слишком скучно играть в игру без озвучки чата. Я врубаю обычный режим, где он там. Ну как чат говорить перестал? Сразу очко жим-жим оформила. Да мне скучно. Иведи. Так, а куда мне? Ваш, я не могу смотреть, короче, твой стрим. За ноль присадок. Прикольно же весь чат в Стиви Ди, чисто сбор на школьном фестивале. Можете писать просто Стиви Ди. Right, wife. Wife, fight back. Kill wife. Wife, gun. Ребят, Ринок слабый на скачке игру вечно. Какая игра? Он двигается. Ури новелла. Я угадал, Бака Астон Лин. Группа с очень важными новостями. Куда мне следовать, интересно? Пиканик. РДР 2. Ну почти. Блин, я бы поиграл в РДР 2. Кайф. Ури драче. Так, ситуация закрыта. Танцы. Здорово. Открыть свет, Фалконис. Паша, когда пикуник? Я пикунику. Чего несете? Стиви Ди, 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 пацаны, кто к комиссару последний? Ситуация закрыта. Ладно. Было. На фуру-пуру пикунику хоть. Стоило, блин, врубить стрим сразу, блин, я кому-то по яйцам дал. Я кому-то, блин, пикунику должен. Так, хорошо. Пикунику, отличная игра. Регимес. Пикунику, отличная игра. Да, реально, он трейн запостил медкомиссию. Ты такие достойные порно-аниме-картинки кидаешь, все равно они не только письмо сисковые, а еще хорошо нарисованы, истинно для ценить. Вот даже в Half-Life не было такого бага, чтобы все тряслось, пока я ехал. А, нет, так задумано. Мне показалось, что физика движения на поезде тут как в Сан-Андреасе, блин. Я не видел, как ты сел. Так. Мне тоже нравится, что Ангст кидает. Да, это так. О, Игорь, это прямо твой персонаж, учитывая, которого ты сегодня рисовал. Спасибо. Смотри. Собака Астон Лин, надеюсь, это не Стёп. Томашонка вообще в труху будет. Так, ну хорошо. Не Стёп. Да ебать. Чего? Иди сюда. Иди сюда. Я тебя не боюсь, ясно? Миска... Ой, что? А. Это бумага, блядь. Я тоже, ну я про то, что там сама написано. Но вы не смотрели. Называл, как этого монстра. Вы не смотрели стрим Игоря, поэтому. Лень. Вы не поняли. Ты сегодня готова отвечать максимально честно на мои вопросы. Ванна с петух. Нет. Так. Ванна с петух. Ладно, не буду спрашивать так. Я все равно ухожу. Счастливо, приятной игры в RDR 2. Бакатрейн 254, да ты лучше спрашивай. Особо интересные вопросы задавай каждый стрим, где пересекай. Потом соотноси ответы и выяснишь, как. Давай, выходи. КБ, так, что тут? Диалоговая ветка откроется. РДР 2. Бля, умная. Пойду налью 3 кружку чая, ночь обосусь в кровать. Приятного чаепития. Вот и сохранение, кстати. Меня нового врага не убили, предложили сохраниться. Как вам картина? По-моему, полная хуйня. Вронг Джим. Как вам такая картина? Вепсиган. Регрет. Вронг Джим. Так, что мне предлагают? Открыть дверь, да? Ладно, там ничего не было. А может и было? Поставь на паузу, пожалуйста. Мне тоже за чаем нужно. Били же женщины. Согласна, хуйня полнейшая. Чему-то овердрочь напомнила картину. Там поживает тренировочная программа, написанная мной и Ермаком. Еще хуя. Ой, не спрашивай.
Пустим эту тему. Согласна. Ну что там, чай принесли все? Стрим идет уже 33М33С. Прыгать я не могу, да? Карты у меня нет. Инвентарь. Нарик. Воду. Ключи. Ладно, хватит с вас паузы. Пошли дальше. Карта будет, если найдешь по стенам, смотри. Тема опускается вместе со стримером. Че ломаешься? Отвечай по-мужски. Нет, нихуя не делаю. Я наебал всех. Не понял. Сколько можно писать мне? Чему вот я... О, карта. Почему каждый раз, когда я включаю стрим, мне кто-то решает, блин, написать? Каждый раз. Хватит, пожалуйста, этого не вынесу. Хочу просто спокойно поиграть, блин, в компьютерную игру крутую. Мерзкий маленький утырокалкий жиробас. Чуня, да-да, я тебе нет желания что-то делать. Ты хочешь поменять свою жизнь в лучшую сторону? К твоему счастью, я здесь, чтобы прокачать тебя до уровня настоящего мужчины. Делай то, что я говорю. Ну все, я тут. Привет. Корсар опять полтишек на сишки стреляет. Бака бивейр зел из ПТХ. Лучше камеру. Ой, на карту смотреть. Она выглядит понятно. Бака бивейр зел из этого момента игра страшная, если ж без это вроде бы Бака бивейр зел из и до этого было не очень легко. Да хватит мне писать! Достаточно, вы... Доебаться решили, что ли? У всех стрим Павла хорошо влияет на эрекцию. Меня сейчас залупало. Я не собака. Здесь. Не понял. А, у меня нормально все с эрекцией, если что. Собака Трейн 254 во время стримов Павла. Все штаны и труханы растягиваются от стояка. Ходятся новые покупать. Че, должно быть страшно, что ли? Да вы шутите. Если за это собака вам. Сосакова. Вообще-то это эндквот. Это эндквот, не собака. Ди. Понял. Кто посуду денег? Паш, ну так чё, это дайте пройти. В смысле, не понял? Понял. Что? Это же закрыто было. Собака Сайга, подчеркивание Эрмак, я поэтому по дому без штанов хожу. Мать только с катушек слетает, когда ключи, видит еще один стояк в доме. Институт кока энд була в самом разгаре тупорылого женского. Кто посудой гремит? Доми эндквот, это эндквот, а эндквот, это эндквот. Группа с очень важными новостями. Блин. Ну, такие себе новости, на самом деле. Блять, не понял. Сделка была не от Инквот и Тенквот, а это... Страшно не было. Собака Трейн 254, а я не могу. Там у нас на лестничном Опа. Пролете окно и соседи... Не понял. Все. Смеяться будут. Паша там домохозящик каждую неделю находит. Наверное, весь Могилев уже помер. Не это, а это. Нужно дердать по... Даже не держать звезды. Спасибо, спасибо большое. Бака Сайга, подчеркивание Эрмак, у меня сосед от ковида умер. Его жена чуть копыта не откинула. Думаю, мелкой штукой их уже не напугать. По-моему, это уже раз третий или пятый, когда я на моменте с... Где нужно держать, короче, кнопку, я просто нажимаю. Это было бы затупно долго. Собака Крейн 254, это мужик. Если бы вы не подсказали. Что? Было два собака. Сколько? Как вам? Ничего не видно. Наверное, прикольно. Бал? Не открывая замок, я сижу, а с мамой заперся. Картин нет, да? Там такой замок надежный, что от кувалды не отпадет. Да, это так. Даже если фюйлер, то не сдавай. Хороший мужик, кстати, был. Он как-то по приколу. Серьезно? Бедра каких-то фруктов отдал. От души чист. Блин, Рихмер надо слушать. Своими волосами сальными все стены до потолок измазал. Ничего, у меня дома так. Это нормально вообще? Ну, Паша великан так-то, может, ладно. Он измазал. Спасибо за совет. Бака Трейн 254. Хреновая картина, мне не нравится. Это Готти. Ладно. Так, сейчас надо врубить. А, окей. Вот теперь пизда. Я понял. Шла моча по трубе. Я понял. Все, до меня дошло. До меня дошло, про что игра. Это просто... Нахуя везде этот блеск? Надеюсь, ты игру спиратил. Автор денег не достоин. Да едите. Чмо. Ты играл в Golden Light Power? Мне вот интересно. Задолбал. Надо быстрее действовать, я так понимаю. Не играл, но видел. Задолбал. Чмо, а? Они через каждый промежуток появляться будут. Да я понял. Быстро действовать. Выглядит лучше, чем... Чмо. Да... Ванна с петухом. О, чем тебя замазали? Так, здесь карта. Или ключ. Нам. Паш, Я осваиваюсь в игре. Все нормально. Разберемся. Нет даже никакого хп-бара. Пожалуйста, как лев, как по мне. Чтобы я понимал, куда идти. Стрим идет уже 44М8. Так долго? Так, право. В инвентаре. И правда.
Окей. Ну, то есть кат не нужно, как я понял. Нужно просто держать Е. Я думаю, Golden Light не очень будет на стриме смотреться. Это все-таки рогаль. Не, я не собираюсь. Я не собираюсь. Мне не нравится Golden Light. Ну, игра-то прикольная, но... Не по мне. Так, все, дальше не умираем. Golden Shower лучше бы смотрел. Да заебал кочергу и срамой махать. Выйди из метро. Стараюсь. А что, не бесконечный, да? П, край. ХП. 46! Да вы шутите, наверное. Куда идти? Где? Почему я здесь? Почему я... Не, чувак. Тут ничего нет, да? Улучши, хороший трейд был бы на Байпай звездою. Да, хороший. Похожий на бой. Не знаю, поэкспериментируй. Может, я там не забрал что-то важное по сюжету. Там же было сохранение где-то здесь. Гум, опять хуйня в диджея. Снова нойз какой-то. 100 гекс, наверное. Вот эта штука выглядит внушительнее, на самом деле. Хватит писать! Сейчас кончится терпение. Давайте направо. Мне, я так понимаю, прямой, да? Здесь что? О, сета. Не пишите, не пишите, не пишите, заткнитесь, позакрывали, поздай. Гум-гум, ЧТЦТЦ, гум-гум, ЧТЦТЦ, гум-гум. На язык вытаскнул. Гум-гум, ЧТЦТЦ. Собака сломана, она язык достала. Угу. Остала язык и стоит. Чем она это делает? Давайте биток писать. Все, я понял, как работают замки в этой игре. Конечно, здесь будет закрыто все. Это бочка, че, это снейр, это ц, это х. Можно длину задавать с помощью дефис. Группа с очень важными новостями. Опа. Гум, че, гум, гум, че. Опа. Дыша, ц. Группа с очень важными новостями. Кайф. Все это в себе. Так. То, что нам дают кучу оружия, значит только то, что все это нужно будет растрачивать. Я что, хочу, по-вашему? Нет, конечно. Гум, че, гум, гум, че, 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 гум, че, гум, гум. А, так это отмычки. Да, в целом. Не стучи, блядь. Ну, игра прикольная. Надеюсь, в ней не так много шутерной составляющей будет. Я думал, я ключи подбирал. Пытался их завязать. Так. Блядь. Давайте попробуем их использовать. Я сейчас чуть не отъехал. Обычно в инди-хоррорах надо ходить по бесконечным коридорам, искать записки и ключи. Молодой человек из соседней группы одевается как на ограбление в Payday 2. Патин костюм на размер больше, маска синие перчатки, шарф и большие немытые волосы. Круто. Блин, я хочу так выглядеть. Я не могу это сюда не кинуть. Сейчас посмотрим. А, я ее знаю, кажется. Да, хорошо. Спасибо за предоставленную информацию. Не понял. Почему здесь закрыто? Чмо. Давай, сунься. Как пахли твои яйца, я собака хворост дам. А я приводил какое-то сравнение с запахом яиц. Я только не могу вспомнить. Не могу сейчас вспомнить. Если будешь быстро, что у меня было на уме. Да я это уже понял. У меня было какое-то толковое сравнение с запахом яиц. Не понял. Почему здесь? А, вот так. Я не могу вспомнить, к сожалению. Всем привет, это Doom 3. Пал, гул, гул, и они не могут уловить этот мой флоу, сука, в инсту хочет стать моей хоу-хоу-шмани, трёх дом, кручу ролл, нахуй попал, фред. Выше, ты думал? А, то я забрал. А, окей, я понял примерно, что мне осталось выключить. Прямой же мне, да? Да. Деньги на моей даме, мой рот мечты о Феррари. Мне не нужен пит-стоп, размеренный трёх. Я курю эти листья, затем сделал рэп и забираю числа. Ян Кукан. Иди нахуй, зачем мне твой тикток? Меня и так знают. Я делаю хип-хоп, петухи закричают. Как сказать лоб-флоп? Они в голубой. Где? Почему? Я же все выключил. Для меня надо сейчас все включить. Голубая дверь, ты пробежал. Ого, стрим идет уже 54М29С. Я имею валюту на зубах, руда и информация жру с ума. Хоп, это гум-гум-ча. Так либо я неправильно. Кстати, понял. Уже давно стало нормой устанавливать вспышку на камере как уведомление на телефоне. То а, такое? Тенденция. Это было давно уже. Кстати, да почему? Да я и не только уже у девушек такое видел. Ну вот их три. Две я выключил. А мне налево? Я там не был, видимо. Да, я там не был. Круто. AWW6. Девянтара картина. Ну не кал. На поебал. Опа.
Я такое только в унике замечу, мне в первый раз показалось, что меня хотели... Вот посмотрите, вся суть. Это женский не... туалет, мужской. Так, я только в унике заметил, причем мне в первый раз показалось, что меня хотели незаметно сфоткать. Угу. Конечно, любой адекватный человек пойдет в мужской туалет. Отражение работает. Ножик хуёжик. Мало желания, честно, открывать это все. Да. Чего? Я чего-то не знаю про женские туалеты или что? Кваддемаджа открой. Здесь роды принимали, что ли? Выбивается активно, мужик. Пизда. Согласен. Это для аборта. Да. У тебя будет награда сигна за присад. Нет, конечно, я не умею делать сигна, у меня не получится красивое. Кай. Нож в сортире, имба. Да ладно, я бы открыл, конечно. Присадки, клевое название. Еще есть пипетки или соски. Спасибо. А где? Нет, с ножом ты перепутал что-то. Джебай. Почему он читает как трэш плесес? У меня тоже красивое не получается сим. Но ты меня уговорил сделать. Да не, у тебя хорошее получается. На твой прикол, да. Нет. Да у тебя отличное. Достаточно. Все, мы уже выяснили все, что это шуточное сообщение с приколами. Кстати, клевая вещь. Чего? Секретный ютуб канал. Нет. Какого не делал. Я так и знал. Собака хворост дам, кинь ссылку на эндквот. Пранк доверчивого карлика эндквот. Какой пранк доверчивого? Ты что вы несете? О! Теноиды руки прочь от конституции. Хороший плакат получился. Группа с очень... Да, это хороший был плакат. Ой, сигна. Ну, акция скорее, да? Акция хорошая вышла. Так я там не причекал, да? Ничего. Да. Закрыто. Так вот как он подошел ко мне? А, 80 хп. Каждый раз, когда я сохраняюсь, получается, у меня восстанавливается хп. Пойдем тогда сохраняться. Пизда. Че, игра проходится нормально вроде. Без особых затупов. Помедленно регенерирую. Буду знать, спасибо. Такой пиздец в чат скинули по ссылке. Че, посмотрим. Паша, сегодня Макскош снимает клип о дворах Минска. Жил бы ты в столице нашей объектной, ты бы пришел. Пришел либо я... На съемке концерта, на съемке клипа Макса Коржа. Нет. Ой. Так у меня кошка пытается дверь открыть. Все, сработано. Мне теперь надо просто выйти из метро. Почему? Я не очень люблю Макса Коржа. Не, зачем? Зачем мне на концерт? Что на какой концерт? Зачем мне на съемке клипа? Это выход слева, я так понимаю. Был закрыт так, но я же включил свет. Тебя совсем не учили, как нужно вести себя при встрече с медведем. Хуйни то же самое. Там мне кувалдой махать, ты имеешь в виду? Там на месте убийства хуйни ничего не выбьет. Встреча с медведем, надо кидаться в него говно. Нет, притворись мертвым. Не очень похож на медведя, если честно. Ладно, сейчас разберемся, куда нам нужно. Хочу, страшно будет сегодня или нет, я не понимаю. Что атмосфера грязного заброшенного метро, она совсем физичная. Вот. Хватит писать! Фу, не, еще одно сообщение, я просто выйду из себя. Их кукуруз. Самое страшное здесь она в слизи. Бака уже давно сдохла бы. Ого, трим идет уже 1.4. Это я постарался. Какой бойфренд нормальный станет упрекать свою девушку в том, что она жирная? Можно какого-то Гарика Харламова из какого-нибудь шуточной постановки в Comedy Club. Как у меня лицо скачило. Хватит. Достаточно. Я бы не просто упрекал, я бы ее за это пиздил ногами. Я бы не стал. Пишите мне. О, милая станция. Так, карта, сохранение. Все, входим в нормальный режим игры. Размеренный такой. Малинов. То есть, если я пойду сюда, я обратно только и все. А нет. Не понял. Едешь на концерт, молчат дома в Минске. 4 канта. А, они ведь из Минска точно. Прикольно. Понял, сейчас. Хорош. Ну понятно, надо где-то найти ключ к этой головоломке. 4 кантри, да. Голова, да и жетон. А, стоп. А, я вышел оттуда. Я каждое утро так делаю, как эти боссы. Все, понятно. У вас хрустит спина или шея?
Вот у меня ни спина, ни шея никогда не хрустели вообще. Горячая дверь, кап. У меня хрустит все. Не ебанет. У меня все хрустит, блядь, каждую ебучую минуту. Как выбросить? Я спецназ, автоматом в руки я иду убивать. О. Здравствуйте. Это бросить куда-то, я так понимаю. Я русский, сигаретная жизнь. Здравствуй, я козу ебал. Как это называется хоть? Не сигаретная жидкость, я уверен. Это реактивное топливо, ебать. Ну вот, а то все эндквот запиздят. Эндквот. Жишка за 2500. А зачем она мне? Я ее дропнуть не могу. Ладно. На дверь вроде. Я уже пробовал. Ну и пусть дальше пиздят. В России без того, чтобы пиздить, выжить нельзя. Жми, иди теперь с ней. Это подарок. Ты в итоге какой вейп заказал? Трухи захмырил. Туркнула. Да, надышался я каким-то дихлофосом. Такое себе не лучшее ощущение. Никому не советую пробовать. Так и надо, если ж группа с очень важными новостями. Уф. В рофлите. Забивай, не понимаю. Привет, мир Мишель. Дихлофосом надышался. Умер Мишель. А. Кумер, да, Мишель. Я понял. Хай, серому камеру прострелил. Кумер, Мишель. Как он становится на это, я не хочу. О, открылась дверь. Миров, миров, сон, зе вол, из фэристов, зе мол. Школьная песня, наверняка, можешь мне ее скинуть. Перезарядись. Разбил зеркало, где Гарри потер на мертвую мать, смотрел, а мамочку мальчику, скотина, блядь. Ну не откроется, да? И чё, про спасибо. Маму. А, это дизайр. За то, чтобы прикольно. Посмотреть на стриме. Нет, не хочу. Я за Лукашенко. Интересно. Наверняка ее слышу. Фак. Метро 2033, призрачный поезд. Надо воды выпить. Зовите, как тут переедет во ВКонтакт. Вал. Самый охуенный противник. Ну все, приехали. Да это что за говно? Здорово, Юрий. Метрополитена. Нет. Машинист такой хуй. У меня депрессия. Какая депрессия. О, блин, надеюсь, найдем по итогу собаку нашу. Не понял. Откуда? Чмо. Фу, блядь. Как же я ору с этой хуйни. Надо было залезть. Ой, какой я дурак. Все нахуй. Контактный рейс кончился, пиздуем назад. Разъебал. Мне по красной ветке на нем ехать надо было. Я отсюда вылез, да? Метрополитен 2001. Я не помню. Раскинь тоже песню. Я мог ее слышать, потому что я точно слушал Desire, некоторые песни. Зачем я сюда пришел? Перепрыгнуть я не мог, да? Я хочу еще паровозиков так. Я что-то слабо хочу, у них, блин, хп 600. Ясно, у меня, блин, 6 патронов осталось всего. У меня хп? А, у меня все хп есть. То есть его можно стагерить и стан не выпускать. Сделать кавер на нее. Послушайте и скажите, у вас так же или нет. Не хочу отвлекаться, блин. Что это? В Японии есть такие же автоматы с трусами. В этих ножек вроде женскими. Ого, типа трусы и портрет девушки, 15. Которая их носила. Та штука. Помнишь мир Мишель во влогах Волкова? Такие были. А, или это не у него? Блин, могу вспомнить. Обсосанные трусы плосят. Они не обсосанные, они поношенные. Так, ну по привычке идем мужской. Боссанная. Или с баребухами вообще. А я не знаю, я самый большой не видел их тест. В этой игре это табличка туалета с двумя гендерами. Ношенные. Это же качество говно. Лучше прямо с завода стед трэш. Сзади поезд. Наебал. О, о. Пиво получилось. Можно я еще так сделаю? Давай. Рюгер — это пистолет так называется. И типа мне нужно пойти и чекнуть, что там, да? Сколько до глобала осталось? Опять девушка посуды и гримыха. На пацана. Если бы сейчас был скример, у меня бы сердце остановилось.
Нет. Жаль, что у нас не нет таких автоматов. Я туда бы подсунул свои труселя. Потом чела, который из Египет скрутила бы ФСБ за хранение холодного оружия. Сразу видно, женский туалет. Интересно. Не понял. Нож для обрезания пуповины. И выбрось. Саш, у тебя есть догадки, почему женская параша всегда в гоне по уши? Я не знаю. Это вообще какой-то, какой-то, блин, поражаюсь этому факту постоянно. В общежитиях, в любых, в лагерях детских. А это мужской туалет. Постоянно они либо сломаны. Постоянно женский туалет либо засран, либо сломан. Просто вообще. Так. Собака Трейн 254, так еще и в кровавых ошметках. Круто. Пытел. Но сам, они... Потому что эти дуры ногами на него встают. Они просто брезгуют лишний раз за собой, там, не знаю, убрать. Девки в школе постоянно вдвоем в туалет ходили, говна в два раза больше. Они думают, аккуратно на ногами, на унитаз, смыть за собой, не знаю. Как еще, блин, нужно туалетом пользоваться, чтобы его не сломать. Так, хорошо. Держит. Так, все, разобрались с этим. Первую за руки держит. Чмо. Волгоград — это какой топозор. Лёш, нож не трожь. Твой не трезвяк. Помню, был в летнем лагере лет 8, и нас собрала смотритель Коруса и спросила Эндкво, чему унитаз весь Коруса? Ночь? У вас что, письки кривые? Очень тогда хотелось сказать Эндкво. Вообще то да Эндкво. Лёш, куришь? Не надо. А не прочитала. Тебя что, писка кривая? Ебать, борец ММА в тяжелопоездовом веке. Все, мы разобрались с этим. Это последнее. Как она у всех по дуге? Вообще туда. Так, Игорь, у тебя отобразилось только сообщение, не прочитала. Или не хранить. Группа с очень важными новостями. Да, я сейчас сохранюсь. Собака с рутинером не до сих пор сбивает стан. Приходится поворачиваться на мульти. Я двигаюсь вперед, когда бью, да? Чтобы не обоссать что-то случайно. Да, я продвигаюсь. Ты не можешь попасть в унитаз. Да, это шутка, что ли? Сейчас. Да хватит! Так. А смысла без той комбинации нет. Там бы шутку утихал, то разгонял. Меня пиздатый хуй. Круто, покажешь? Я бы хотел себе настолько кривой хуй, чтобы он мне в очко выбирал. Так, ладно, да мне собственную. Лучше бы была хуевая пизда, вот она. Так. Решай головолом, согласен сам. Ну да, решай собака головоломку. Собака Юрифлекс, привет, Энтл 3. Никаких таких очевидных ключей оценить не увидел. Оно на треть решетка. Видимо, придется... Оцениваем. Привет. Видимо, придется изучать стихи. Следующий этап это... Вниз. Следующий. Забей там просто бошку капутить, пока они не охуел. Саша, тебе точно нужен ключ от последней головы. Она так и должна стоять. Она как бы задает последовательность. Я бы охуел, если бы меня так крутили бошку. Все, я там... Сори, пала хуйня в комнате. Нож есть ключ. Нож есть ключ. Я что? Пал. То есть мне туда не надо, да? Да я шорты обгадил. Рикошка ёбнула. Самый страшный скример, блядь. Чё, было громко? Я прошу прощения. А, ну я в инвентаре нож не смотрел. На нож. Ладно, сейчас разберемся по-быстрому. Паш, я недавно понял. Я хуйло, что мне делать. Не было громко. Не, так не думаю, Трейн. Так. Просто крути. Ладно, давай. А, теперь правая закрутилась. Так, хорошо. Давайте как-то систематизируем. Жизненных ситуаций, трет прям. Всего есть 4 положения, правильно? За 60 тысяч. 4 положения, 3 головы, 12 комбинаций. Так, раз. Нет, вот это будет раз. Что? Все вроде должны смотреть наверх. Если они все наверх смотрят, то ничего не происходит. Сайдвейс-то боком. Может, в разные стороны, типа сайдвейс. Его знает, там кровяка должна пойти. Ого, стрим идет уже 1H25. Это тренажер для поцелуев. Вообще переберем все комбинации, получается. Можно в разные стороны. Мне не нравится такое решение. Но я не понимаю, смысл записки тогда. Неправильно, ебаный его. Нюхнул. Всем привет. Don't be upset, крутишь, приколешь, хлюк. Владаров. Привет. Здорово. Мы голова. Эдвейс стейр, бледина. Ну понятно. Записку написали, чтобы наебать.
со мной случилось, казалось бы, невозможное. Я на Dota 2.ru наткнулся на приятного человека с квартирой в Питере. Короче, офигел от такой удачи. Теперь живете вместе? Нет, но планируем. Бака Иосифа Терес, свет вам да любовь. Играть в Pathfind. Браток, я расстрал. Выходным. Смотрел на днях фильм с Альфанин. Называется «Женщины 20 века». Проклятая вещь. Сначала живут на одной квартире. Обязательно. Я буду социал в жопу. Здорово, Толян. Браток, я расстрал. Обязательно не смотрите. Для этого все затевается обычно. На экране страшил. Смотри, оазис корейский. Это по мотивам мема на стене Мирмиш. Бака хворост дам. Да, именно. Я лучше на сварку посмотрю. Не, на сварку тоже не стоит смотреть. А про корейский фильм «Оазис» я не слышал никогда, кстати, спасибо. Но будет чекнуть. Эль хуянинг нихуя как раз хуярила. Можно микрофон не отключить, мягкий знак. Ну, не хочу, чтобы было слышно сторонних звуков всяких. Ползем по прямой. Сколько микро брал? Ну, это Samsung Meteor, я его брал, когда, блин, были еще адекватные цены. Есть подчеркивание. Он стоил тогда $100, а он и сейчас только стоит. Получается, когда доллар был 2 рубля. Паша, в августе пригорит. Прошлого года. В горящем электроде температура, сон, чуваки от него прикуривают. Группа с очень важными новостями. И вот и член ВЧЦ и пени полез. Но игра-то не страшная, нисколько, как оказалось. От чего я подпрыгнул? От чего я подпрыгиваю, я не понимаю. Их лучше уже пока купить. Где собака? Страшнее, когда такие у тебя в жопе селятся и начинают тусоваться. Паша, ты умер. Хуй откуш. Пыта отбросил, ревляя. Опа, я-то помню. Ёбаные головы. Собака Талиан, я их обычно пальцем вытаскиваю, скидываю в блендер и мешаю с белым. Усваивается пизда. Вау. Да нормально. Я просто промахивался из дробовика. Ножом можно с 2000 их выносить. У меня никогда не было глистов. Кстати. Бака Трейн 254, а по белкам как выходит нормально. Не, вроде, Паш, если ловить белок. 20 отжиманий. Вроде ловить белок в парках запрещено. По крайней мере, я слышал историю тесака, как он этим промышлял, а потом продавал в зоопарках. В зоопарках, в зоомагазинах. Бака Талиан нормально. Бицеули 50 сантиметров. Листы это те же люди. Паш, оторвись от компа и сделай 20 ударов по яйцам. Не будет ударов по яйцам. Так, я там не прочекал, что. Кстати, у меня регулярно глисты были. Очень люблю грызть ногти, только недавно отучился. Но я вот грыз ногти некоторое время своего детства. У меня глистов никогда не было. Я слышал, что глисты это очень прикольно, когда они вылазят. Слушал истории тесака перед сном, а потом он умер и все истории затер. Сейчас на ютубе все перезаливают. Грыз ногти, не было глистов тоже. Да не, у меня были такие же грязные пальцы в детстве. 54, ты там в гуме, что ли, руками орудуешь? Ну, сами ногти, знаете, не грыз. Грыз ногти, фу, я не любил сами ногти грызть. Я вот думаю, вот пальцы грызть, грызть, вот это я делал. Типа, собака сайга, как объяснить? Сайга урофу. Типа кожу перед ногтем. Вот это вот то, что я скребу сейчас. Вот это вот отгрызать, вот эту вот кожу. Меня так на меня отрезали, круто. Мясо. Да, мясо я вот ел, очень любил. Собака Трейн 254 рассказывает. Бля, так Паша походу за глисты играет. Лев, привет. На ногах. На ногах я никогда не играю. Что? А, я слышал. Я слышал, у меня был знакомый, который люто грыз. Вот и погрыз. Который люто грыз пальцы на ногах. Это вообще пиздец. Паш, ты во тьме. Не переживай за волос. Не, не хочу с вебкой сидеть. Он просто, типа, знаете, я к нему домой приходил, он был босиком, подносил большой палец ноги к зубам и просто грыз. Кошмар. Так, ладно. Раз, два. Все. Минус глист. Сейчас будет ёбка. Ёбка. Поехали. Откуда он вылез? Нет, чмо. ФТ-слип. 20 хп мне снял. Ого, стрим идет уже 1H36. Чмо. Давай. Ебал. Надо же 44 хп. Охуеть, надо раскидать. Так, ладно, давайте выманивать их и убегать. Хорошая шутка. Глисты прочь из моего гузна. Дайте сохраниться, пожалуйста. Ёб твою мать. Не вижу ничего. На, блять. Ебо, на, блять, не умирает. Малевки, пиздец, просто шедоу воря. А чё прикольного, когда глисты из жопы вылазят? Фух,
Да, вот мне также в красках мать описывала, как у нее были глисты. Мне на секунду показалось, что кто-то в правое ухо блюет. Чмо. Вот откуда они появляются? И что у меня задача какая-то глупая? У меня как будто дробовик заезжает в лицо просто. Из жопы пар. Куда? Из жопы. Вот он. Да я не... Я не про глистов, я про слизни вот эти. Листы же не так выглядят, как эти штуки. Я так понимаю, они длиннее намного. Так, окей. Да чему какое? Вы посмотрите только на него. Шкерится. Вроде выжил. Как глисты выглядят? Покажи наверх. Ну, я не знаю. Не какая понял? Жопа, такие глисты. У меня отмычек нет. Блин, ну такие глисты, если жопы будут, там простата в ахуе будет. Ну все, это когда? Отдача глупая, потому что игра сделана на сети Realistic FPS. Узнали, чисто Dragon Dildo глист. Даже нет больше отмычек. Ну что, кружок гейм девелоперов. Понимаешь, глисты владеют технологией Slipgate, как строгие с первого квейка, из огромного глистятника перемещаются во времени и пространстве тебе в пердалище. Вау. Какой стрим славный сегодня. Дверь открылась, лол. Дверь закрыта, у меня же отмычка кончилась. Должен знать каждый. Отмычки кончились, что мне делать теперь? Что мне делать? Мне обратно лезть? Открылась. Что? Проверь. У меня замок не снялся. Звук был. Разве? Что? Окей, ладно. Может, найдите мне сейф? Помнишь сцену из четвертого квейка, где главному герою отпиливают циркуляркой ноги? О, я играл, да. Произошла. Нет, нам нужно нет. Было выполнить баг с Гоузганом, прыжок через дверь. Я играл, кстати, в квейк четвертый немного. Про этот прикол я знаю. Кстати, отключил, блин, перед стримом все оповещения почты. Оповещения почты отключил. Уже три письма я успешно. Три письма я успешно задоджил. Вот так вот. Такой я молодец. Успешно задоджил. Так это действительно были глисты, вы посмотрите. All because this parasite inside me. Блин, вы были правы. Паш, завтра тотальный диктант. Я понял, о чем эта игра, ты играешь. Будет близко. Но в то же самое время ты сам ведешь себя под близко. Таким образом, мы видим оружие теории мультивселенной. А также отсылку к буддийскому перерождению. Меня вынесли ногами вперед. Когда ты умираешь, вселяешься в другого близко. Интересная идея. Блин, похоже на маяк. Что? Скажи Дэнди. Динди, скажи, дурноватый парень. Группа с очень важными новостями. Нормальные глисты. Каждый день я имел плажу в Tentacles Penetrating. Ну не знаю. Новые вакансии для резюме. Программист с решеткой. Мы нашли несколько вакансий, которые могут вам подойти. Консультант от 33. Зацените, девушка, короче. 2020 года, специалист в службе поддержки медиасервисов Яндекс. А как вам такая идея? С 9 октября 2020 года. Вот мы читали записки. Как вам такая идея? Что девушка не могла терпеть свой жир, бока у нее там, да, заплывшие были щеки, за что ее не любил парень. Она решила, короче, поселить себе глистов, чтобы похудеть. И она, короче, потеряла над ними контроль, по всей видимости. Поэтому, блин, глисты теперь поселились землей. Кстати, рабочий гайд. Можно заново? Поэтому я сухой 5% жира. А, мы должны были там умереть. Наверное. Это 10 килограмм. Какой портрет выбираете? Я левый. Но вообще у жирной тёлки есть борьба. Я так лишился анальной девственности. Первый. Тут всегда направо вроде. Кашное ебло. Ты кто написал направо? Ангст? В смысле? Не, здесь очевидная правая сторона. Ой, что правая, левая? Ой, ведь не алёва. Вы чё, вы думаете, мне доставляет удовольствие вот так вот идти в темноту, да? Слушай, у меня сорян. Полный хп. Кто там с маской играет? Меня с бабами разговор. Не, ну сейчас я немного на очке, на самом деле. Да? Так, чё там? Да, хороший скрин. А я видел это на 2 часа. А, я думаю, это твой скрин, Игорь. А я тоже. Понял. Да хватит писать мне. Вау. Надо будет выключать уведомления. Собака на твой ппхэн. Так, ну здесь выбор уже посложнее, кстати. Здесь выбор уже интересный. Здесь вот дают выбор, да? Такая своеобразная игра в Тиндер, да? Всегда лево. Ты думаешь, я общаюсь с девушкой? Да с чего ты взял этот ангст? Направо, мыло. Налево, направо. Ну, слушай, я даже не знаю.
Я бы пошел налево, на самом деле. Я уже видел прохождение. Не, ну это что-то такое, блин, слишком такое эксцентричное, вычурное. Мне не нравится. Направо пизды дадут. Направо пизды, сделай тем сайт. Более. Ангст, тихо. Я не хочу пизды получать. Да и мне левый портрет больше нравится, на самом деле. По сюжету понятно. Если типа... Ожгу манки флип. Что право? Если выбирать девка девку. Ну, направо девка ебанутая, конечно. Тоже так считаю. Поэтому надо идти налево. Так стрёмно. Ага. Направо надо идти, бы я окончательно ебальник разворотить, голубятню проломить. Привет, это HalfQuakeCam. Я тебе такого смуфа зачетного скинул в не после стрима. Бля, ну я и уёбок, получается. Да? Чё пацан в пролапс превратил? Я уёбок, тотальный уёбок. Закрыто. Ого, им идет уже 1H46. Налево, кто это за зулу? Привет, Паша. Здорово. Привет, Илья. Строго. Получай пизды. Да, хорошо, хоть я вовремя одумался. Зачем? Ладно. Ну. Скромный привет. Ради хорошей концовки, я так понимаю. Вот зачем. Так, хорошая концовка налево. Ты так думаешь? Сколько можно котлет ебануть из этих ребят? Я искренне хотел, но на выходные появились планы, что отложил эту идею и деньги. Хорошая концовка этому. Так, ну пистолет, кстати, приятный. То, что он может стрелять, так дерзко. Прикольная музыка. Надеюсь, не вагон. Только не вагон. Блять. А что за планы? Ну, планы спасти девушку, я так понимаю. Вот листов. Я просто спать хочу, а ты намеренно время тянешь. Я не хочу плохую концовку, Ангст. Я хочу хорошую. Я любитель пройти игру на нормальную концовку. Вагон, да? Сейчас будет. Так ты на плохую идешь. Сплюс опять ее. Плохая концовка не тут решает. Собак уже спасали, брат. Ну, выяснилось, что девушке нужна помощь. Там собаку надо не бить. Типа игра просит нас сдаться и не спасать девушку. Это в чем смысл, я так понял. Ты смеешься, а это правда. Песток, антителки. А нахуй баб, она же жирная. Не-не-не, пока что не нахуй, не пока. Блять. Пока что не нахуй, рано. Рано. Чмо. Мегабиз. Тьфу, блять. ХП? 55, нормально. Можно жить. Ну, все нормально. Ну и что сейчас будет? Нужно музыку послушать. Эта игра не развлекает, зачем она существует. Меня пролапс через ширинку вывелился, пока я наблюдал, как ты по одним и тем же коридорам топаешь. Это же прохождение не покатит. Ебать, а он хорош. Привет, это фильм Билли. Не, мужики, надо отработать. Окей. Тронов мало. Походу... Походу с хорошей концовкой не выйдет. Похоже, с хорошей концовкой не получится. С чего лучше выносить обычных чуваков? С этого? Нет шанса попасть. Надо вплотную подходить. Я проебал ХП. Плохая концовка не тут решает. Выпуск очень важный на новостях. А что здесь решается? Ну, я же должен убить этого босса огромного глиста. Хотя в этой игре дохуя концовок, ПБ ты скрытый гем. Ну, я так понимаю, нужно пройти все уровни сложности, да? Чтобы спасти вот девушку эту. Мы есть эта девушка, и мы должны принять свою реальность. Ну да, да, да. Таким, как мы есть, я не хочу. Я не хочу думать, кто я, какая у меня роль. Пизда. Все? Я головка от пива. Ладно. Паш, пожалуйста, я спать хочу, иди налево, Паш, ты специально. Да ты меня ненавидишь, Паш. Не, это ангст, некрасиво. Поведение. Надо собаку спасать. Собаку спасем. Так, надо патроны сейвить. И ХП. Очень важно ХП сейвить. Сейчас будет два зеркала, я так понимаю, да? Там три глиста. Потом огромный глист. Машонка уже по стенам разлетелась, что мамке говорит. А если у собаки глисты зеленые, то их уже попал концов. Я сейчас Паша пойдет в туннель с Тарковым и будет... Собаки глисты. Тебя снова в конце его убьет. В чем смысл?
Я попробую разрядить в него всю обойму, короче. Если не получится, то я попробую еще раз. Третий раз. Реально временный пролапс. Потому что у меня сейчас хп проебано. А, у меня 100 хп? Не, я думаю, его можно убить. Так, сейчас что? Кто это? Кто застрелил? Ты застрелил мои яйца. Кто застрелил только что? Этого левела я не понял сейчас. Застрелил наши надежды на недушный стрим. Хороший стрим. Не понимаю, в каком боке он душный. Почему засело, да? Посмотрите на него. Блять, чего непонятно. Просто ищу туда, где коридор не повторяется. Как же хочется тяночку. Эх, худенькую. Заткнись нахуй лучше. Ваш все, джибейт прошел. Лампа нашла шайбу. Кит предотвращен. Не, типа, я все увалил. Вот музыка хорошая, голос хороший и такой омерзительный текст. Не, у меня вот было 100 хп, и я все оружие свое увалил, правильно? Съеден. Это глупость. Что написано? Бака сайга подчеркивание эрмак какой. Бака фрп уэра протянут. Ого, им идет уже 1H57. Получается, дурачок на разработке. Пашины искренние чувства собака сайга подчеркивание эрмак. Паша перед стримом ебал чем. Кумфлер. Серьезно? Паша, ты ебал. Паша, ты ебал. Им и во что? Паша, так то мастодон мега-чат ебется через каждый чат. Идет мой час. Спросят съесть яблоко. Как же хочется простой человеческой гражданской войны с женщинами. Закатывать гранаты на кухне, стреливать безоружных, отрезать головы дылдом, минировать косметику МММ. Я не хочу его съедать. А, и нас будут мучить комнатами, пока мы не съедим, да? Глупость. Яблоко ням. Минировать косметику лал. Ну, большого глиста. Давайте смотреть разумно. Большого глиста убить ноль смысла. Ой, ноль шансов, да? Включи микрофон, пожалуйста. Большого глиста убить ноль шансов, реально? И зачем нам это с этим мучить сейчас? Это полезно. Я специально задержку побольше поставил. Я не ставил задержку. Нормальная задержка. Ну это глупость. То, что у большого глиста 1 000 000 хп. Это глупость. Это глупость. Яблочко находится у параши. Расстояние небольшое. Юг. Согласно последним исследованиям корпускулярно-волнового зашквара, ты не достигнешь предела пистона и забобришься к хуям. Ну это глупость. Пиздец. Тач ёбаный. Ну это глупость, что так много хп. Юг. Угу. Понял. Бобр в образе мужчины Сэм. Сэйм, блюя, ты признаешь свою слабость перед обществом, говорящим тебе блевать. Привет. Как же я ненавижу эту игру. Привет. У нас прикольная игра довольно. Казалось прикольной. Блюй в раковину. А, блюй в раковину, действительно. Я пока не до конца понимаю, что до меня хочет донести эта игра. Папа, не блюй. Бля, Паш, ты реально ангст ненавидишь. Группа с очень важными новостями. Блин. Вот бы паратопик подлиннее был. Паратопик сегодня будет. Вот бы у меня подлиннее. Если игра прям сейчас кончится, то да. Игра через 2 часа, все 2 ты уже прошел. Ну ты даешь. Ударник прямо. Я чего-то не понимаю, да, определенно. У меня какой-то затуп случился, да? Чего-то дефолтный геймер должен не понимать в этом случае, да? Я ж не бью. Закрывается дверь, понимаешь? Пал в пич подложил, чтобы она не захлопывалась. Lost in Vivo 289 рублей. Все обзоры очень положительные. На целые 327 тысяч. Nice.
Аж, эта игра сложнее кроссов. Хороший вопрос. В том, чтобы... В том, чтобы перебороть себя и застримить ее, да. Чтобы ее запустить, да, она сложнее, тяжелее. Потому что, чтобы в нее играть, нет. Фейк. Найс. За пазуху. Отрегиним хп. Наконец-то еду дали. А, не, надо решить другие вопросы пока. Это фак. А, кстати, интересно. А, мы его сразу съели, типа. Ладно. Игра не должна была так продвигаться. Должна была быть плохая концовка за то, что мы выбираем левый вариант. И хорошая концовка за то, что мы боремся и убиваем босса. Он когда выходить будет, то тебе попу царапнет ребрами. Убиваем босса, кучу зеркал, кучу глистов. Должна быть хорошая концовка. Спасение девушки и секс. Жопу. Без глистов. А собака твоя. Узнал, плохая концовка смерти. А мы сейчас и ребенка, получается, абортнули, и девушку не спасли от глистов. Ну до глистов-то всех ты убил. Не, большого сам не убил. Так. Плохая концовка. Удар по яйцам в 2 часа. Мы наконец забрал собаку и уходим. Самый лучший будильник. Мы боремся с комплексами девушек. Работаем на отношения. Ради чего? Чтобы девушка перестала зависеть от нашей оценки и ушла от нас к другому. Девушки звезды. Го, стрим идет уже 2x7. Ару. Оговор, антителки, чувак. Детёлки. Собака без лап, кожи и мордочки. Ничего, мальчик мой, я тебя выхожу. Гудбой, только не закрывай глаз. Мы боремся с девушкой. Ой, блядь, сейчас тут от этой мрази нонсовать фигурки из кши. Не спойлери, собака Фарпуэра меня так мать выходила. Интересный ивент в ее жизнь. Собака Трейн 254 хай. У меня есть такой смайлик. Что это за смайлик? Действительно есть. Будет удалить. Рест. Не понял. Ай, четыре танка. Кач. Пистолет. Ебать. Паш, когда закончится твой целебат? Не скажу. Консармер, ебать. Друг из Дэдха. Про целебат информации еще нет. А когда пугаться? Баку жалко. От кого мацевать? О! Найс додж мэн хай. Битл эмблем. Окей. Брелок с жуком. Ключ. Ты что? Уха ебаная. Ну как я понял, я не убил. Таракана огромного. Как-то у меня нет. Что это за проходы вообще? Коза? Ох. Давайте ее просто задоджим. Чмо. Ну посмотрите, какое чмо. Это десептикон фонарик выруби. Да ладно. Фонарик. Вы пес. Так, а, окей. У меня собака также во сне кричала. Бежит и орёт. Зачем она это делает? Сейф, наконец. Ладно, игра проходится нормально. О! Паша, какой ты сегодня? Я сегодня медлительный. Довольно. Опа. Сегодня меланхоличный. Сегодня долго не мог уснуть, проснулся где-то через час и такой эндквот. Не полезу я в этот танк, сраный эндквот. Потом понял, что я это сказал вслух без контекста. Догнал опять вслух эндквот. Нихуя долбоёб эндквот. Лёг обратно. Группа с очень важными новостями. А я не знаю. Секрет успеха этой игры. Я не знаю, в чем её особенная крутость такая. Паша всё пробежал, молодец. Меланхолия, это заебись. Эстетично. Я пока не вижу в этой игре чего-то прям особенного, как в маяке о том же, да? Маяк просто игра стоит. 10. Не ответил мне на вопрос в начале стрима. 100 из 10. Если вы найдете игру, похожую на маяк, обязательно мне ее рекомендуйте. С огромным желанием поиграю. Ты маяк прошел. Конечно. Только на хорошую концовку, где... На хорошую Сью концовку 10, друг, не 10, прошел. Я первую руну не вставил. Это дефолтный инди-хоррор. The fuck. Это пик повеселее будет. Да, я знаю. Я, кстати, тогда с руной проебался найти, нашел, но вставить забыл. Хоть и короткий пиздец. Так, бля. Ну окей, мы видим 3 точки. 3 пункта. Мы же пришли оттуда. Что мы там делали? Граф диаграмм. Давайте налево. Сюда. Угу, сейчас разберемся. Хорошие концовки в играх для додиков. Нормальные мужчины проходят все на плохую и находятся неделю в коматозном состоянии, вытирая сперму об футбол. Не-не-не, ни в коем случае. Ну, Крайфер мне не нравится. Крайфер мне не подходит, как игра. Во что же я еще такое играл на стриме, что мне прям понравилось очень?
Тебе осталось так-то 3-4 локи, считаю. Сколько я прошел? Метро я прошел. Что тут выбирают и предлагают? Визаж. Визаж. Ну, не, визаж это не то. Визаж это просто хороший хоррор. Там тупик будет. Метро. Что? Какое метро? Это все шутеры, а вот про... Блядь. Бей бешеную псину. Не хочу. Горгульон этим управлять. Лучше на инвакере отыграть. И сказал, что метро эндквот на стриме был. Ебанулся ты, не я. Чего? Сказал, что метро на стриме был. Что? Да. А-а-а, это местоположение брелков, господи. Да, ебанулся. Да, метро... Локация. Локация была метро. Я понял, о чем ты. Локация была метро. Ну ладно, остался один брелок, походу. Да, действительно, я так сказал. Чмо. Брелки или брелки? Я всю жизнь говорил брелки. Я вот тоже знаю про такую вещь, как написание через О. Я не сторонник таких извращений. Это вот слово брелоки, оно для любителей написать. Я думал, оно не слово пердеж, пернуть через без Д. Знаете, вот есть люди, которые пишут пернуть. Это в корне неверно. В корне неверно вообще абсолютно. Должно быть Д. Блин, это самые простые знания русского языка. Засынаю. Самое. Это, блин, учат во втором классе. Проверочное слово, блин, пердеть. Пёрнуть это для селян. А, не туда. Да. Для селян необразованных слово пёрнуть. Всем надо быть двуголовым, чтобы без Д писать. Русский язык, блин, надо знать, чтобы люди тебя понимали. Иду. Танком его хуя. Вот я недавно, что существует такой палиндром эндквот, гали жопу пожилого эндквот. Знал звездочку. Да, действительно палиндром. Я знаю из палиндромов только улыбок тебе дед... А, так это не палиндром, это просто прикол. Улыбок тебе дед Макар. Это точно палиндром. Мне кажется, меня обманывают. Сохранимся. Да дараком Паша ебет, ладно. Так, вставить их мне нужно здесь, да? О, больница. Макар, рад. Угу. За выглядит прикольно, но сука корот. Прикольный геймерский прикол. Да, даже если ты короткая, с удовольствием пройду. Прикольный геймерский прикол, но я не геймер. Так. Не спойлери. 20 минут нахуй на арке ничего. Че такое Роденс? Блин, когда уже концов. Че такое Роденс? Но мне очень понравился данный мод. Может, была высосана, изменена на что-то другое. Геймер момент, как говорит. Грызу. Ладно, грызу. Давайте сюда. Опа. Вот это прикольная комната. Не, вот это вот мне нравится. Не, вот это мне без шуток нравится. Не, что сейчас было? Я что-то задел, надеюсь. О, это мышка. Зацените, как, какие у них мышки. Это ведь а мышка, да? Это... Группа с очень важными новостями. Прошу прощения. Я не играл бы в сервер. Может, стоит? Ладно. Любу. Блять, я обосрал, блять, я перданул, блять, я обосрал свои эти шорты нахуй, пришлось мне от говна их немножко оттереть, блять, и бросить нахуй, и потом подмыть, блять, и все это заняло время. Алло, блять, сейчас надо пойти. Алло, Влад, ты где? Другое одеть, блять, такая вот хуйня. Блять. Тупая девочка или девочки-монашки. Чему какой, да? Порылое чмо. О, прикольно. Так. Жаль, нельзя выебать. Вот эта хуйня должна быть страшной. Не люблю Silent Hill. Так. А страшные игры будут? Сегодня, видимо, нет. Сегодня, видимо, игры с приколами только. Так. Страха нет. Страха нет. За спиной.
Три выстрела у нас. О, это душевая. Чего там, унитазы прямо рядом с душами? Pet Project. Ну ясно, здесь опыты, блин, проводили в натуре. А, это не душ. Это групповая срачка. Комната для групповой срачки. Прикольно. Клуб оживного ремесла на два блока ниже. У меня унитаз рядом с душем. Да, у меня раздельный санусил. Вот этой хуйни не понимаю, когда у ободка, типа, для пиписьки разъем. Команда на команду. Не знаю. Можешь уже. Не знаю такое. Подумать. Типа, если ее не будет, то ты уронишь, блин, каплю мочи себе на джинсы, там, не знаю, легко. Опять пиздец, ну, хотя... Я как унитазы рядом вижу, аж зубы скрипят. Типа... Стоп, мне мешает надпись Рит. Я сидушка его. Типа ты... Ну, такое. Может, это и удобно, слушайте. Типа, пиписька не будет цепляться за ободок. Не знаю, надо тестить в реальной жизни. Я никогда такими не пользовался. Это куда выход? Паш, тебя не заебывает то, что пенисом задеваешь внутреннюю поверхность? Да не заебывает. Да не очень. Пиздец, сижу с ру, заходит обнудень, который все время ржет. Сып рядом, ты ржет, ебанат, так и не посрал. Собака, друг, ты подчеркивай меня, он тебя тоже что ли направляет? Как же они орут неприятно. От военкома. А я ни разу не был в психушке. Сколько дней? Ой, опять будет босс. Опять будет босс. Ого, ого. 21. Топ, у меня... Мало наныл, хорошо. Вот это прикольный геймерский момент. Если, ого, если ты это имел в виду, Ангст. 2H28, я везло. Это забавно. О, пиклок, пиклок. Да, так реально прикольно было. Геймит момент впереди. А, он еще впереди? Ну, будет сейчас огромная ебака, я понимаю. Я имел в виду. Будет сейчас огромная ебака. О, мы видели уже эту картину, прикольная. Как на нее посмотреть, только нормально, без света. Но впереди тоже вроде будет, не помню. Так, мы правую комнату почекаем еще и все. Можно к доктору Брандлу. Блять, блять. Заорал дико. О, кассета. Он будет послушать. Ты как корова из пневматики. Все, да нет ничего. Мне эта комната тоже нравится. О. Ладно, не бойся. Так, а все, у меня нет патронов. Пробуй поиграть в Close to the Sun. Игра, конечно, кусок кала. Может что-то выйти из-за... Вообще... Польскую корову убили. Помечу себе. Ой, бля. Не, погоди, мне пока что супер не нравится. Я даже, наверное, закладку не буду оставлять. Секунду. Не-не-не-не-не. Мне не нравится, честно. Но сказал же кусок кала. Да. Переключился на игру, проверяйте. Лох. Я играл в клуб. Где выход? Ронов не будет? Налево. Не убивай. Тылка джид на W главой Монкокса Пай. Сидрон АДСХМ W Крейн. За запанайня W главой Мисли Мон. Вот там минут 30 походил по пароходу. Я помню. Да сколько... Разочаровался. Это шутка? Это прикол такой, да? Кто имба? Нож? Ножик имба, да? Чмо какое, да? Ножик имба. Кто писал, что ножик дамажит? Хули он так въебало бить над форм монки фли кастрюли. По молотком в хорне джарит. Сегодня в белом танце кружим. Мы с тобой подружим. Хорошие, хорошие строчки, кончан. Допряю. Опа. Управил пару вариантов в ВК. Экзамен. Спасибо. Кто такой кончан? Понял. Это я. Там по-другому было. Привет. Сегодня в белом танце кружим, знакомый подружим. У меня еще было что-то в вишлисте, нужно будет глянуть. Да похуй. У меня сенса пропадает. С очень важными новостями. Не понял. Что я поднял? Тебя ебет. Попрыгай, отойдет. Я тело поднял? Я не успел прочитать. Инвентарь. А, точно. Душ, Паша.
пошли фильм смотреть. Деньги разъебал сегодня. Здорово, мистер группа, я такой мудр. Какой фильм? Так. Страшный? Пиздец. Хорошо, понимаю. Что с этим богатством делать? Давайте сохранимся для начала. Чмо какое, да, бежит сзади? Амбать. Все, патронов нет. ХП полное? Ну, ХП хотя бы полное. Назад. А, стоп, это же, блин, типа пасхалка. Мне нужно дядя в проход. В мне нужно в проход, правильно? Чего? Как по нему попасть? Вот в правую часть мне нужно. Чего? Я тут был? А, да. Вот куда мне. Ну прикольно, хотя бы немного пасхалок я нахожу за игру. Как относишься к ним? Да, типа, не, плохо, плохо. Игорькие люди, они совершают самоубийство. До 27. Так, я нашел собаку. Ебать, мне пол лучше не менять. Мускулатуру кишечника. Валить хочется дико, но вставать не хочется. Пол лучше не меняйте. Заходите. Ого. Иди домой. Нужно пол менять, когда уже совсем в труху. Царапин там куча. Если хочешь, чтобы норм все было лучше, на него не укладывать. Покажи записку. Вам можно и без смены пола себе воткнуть нож в шею. Я не успел. А где? Бакусы млаговной. А Пекучини... А разве я не Пекучини труп подобрал? Ваша собака опять проебалась. Да, действительно. Пойдем ее спасать. А, не могу. Типа мы открыли дверь, на нас вылилось очень много каких-то помоев, я так понимаю. А, у меня нет оружия еще. Ёбаный рот этой собаки. Почему потолки такие низкие стали? Что? Коридор для кашли гурет. Фак. Мои родители открывают дверь в мою комнату после месяца их отсутствия. Траву выращивали, что ли? Ого, стрим идет уже 2H38. Инвентарь полон? А, что, блять? А, ну я понял. Прикольно, интересно. Не, любопытная игра, на самом деле любопытная. Ринг бакла. Дядя Бальжидов прилёг. 300 рублёв. Так это скрипт в игре Four Power. В смысле? Забирай. Я же выложил все отмычки. У меня же все нет отмычек. А, вот еще. Не, игра нормальная, на самом деле. Но все можешь ласт раз у него кончить. Пока что игра положительная. Погнали. Пока что у игры позитивный коэффициент. Что хочу сказать? Закрыто, сломано. Нормально по вашему счету было? Комната поменялась. А так. Не так и не ответ. Надежный трек был или нет? Ха-ха-ха-ха-ха. Какой ты? Ты про какой? Геймит момент. Про какой ты? Про какой ты трек? Про Power. Не понимаю, о чем ты. Лад. Не играл. Ну, я сейчас почекаю, что это. Не, ну это хоррор. Откровенный. Это откровенный хоррор. Я не очень хочу. Посмотрите на игру. Посмотрите на игру. Никто не живет под маяком. И вот если найдете что-то похожее на это, сразу же кводите. А, Нин и Офикс. Я не послушал. Я не послушал. Аж я накидал конкретно. Спасибо. Я видел. Он не кусает дерусский. Ладно, ПЭБ ползет. На нахуй балу на улице орут дев. Зачем дюнчик? Ну, я такого предвидеть не мог. Развитие событий. Рип, как говорится, рип, no death run, да? Да уж, чтобы только в глаза. Ага. Как вы заебали. С этими играми компьютерными. Зачем я в них играю? Чмо какое, да? И началась хуйня. Согласен. Это Игорь. Как сыцы оба. Я понял. Все, дальше он не пройдет. Хранение. Куискан. Дай кон группа с очень важными новостями. Так что, типа, изи. Получается, молодец. Получается. А, сейчас еще будет комната. Ним же, да? Ой, бля. Какая душниловка. Здесь он один. Не, геймплей прикольный, я отрицать не буду. Вижу пока труп какой-то. Не видишь, он пизда шустрый, как потерял из виду сразу нашу. Да вижу я его, вижу сейчас. Что это? Экзамен. Да пошла эта собака нахуй. Возвращаемся. Да не, уже поздно. Я бы после первой канализации вернулся уже. И чё? Да ёбаный. Все, прощай, я пытался. Пустая комната, хотите сказать? А, вот он. Держи нам муж. И в него стрелять бесполезно. Пустая комната, хотите сказать? Чё шутка? Где дверь? Это гниль такая, в очереди постоянно первым пролазит. Качуни ищет пёсю, чуню ебашит Лизи. Что? Надеюсь, он не телепортируется, а просто бегает. Я не моргаю уже минут 15, наверное.
Моргай. Чё там, такая же комната? Бля, да ёбаный в рот. Моргай сначала правым, потом левым глазом. Блять, двойной тупик. Какой ёбок придумал этот тупик? Вы посмотрите. Какого хуя? Он не может пройти сквозь такие занавески, он как кот. Угу, сквозь коробки он проходит. Вижу, куда мне. Где он? Блять. Че, спиной идти туда? Да пизда, блять. Все мне пиздец. Ну, ясно. Ну, все понятно. Звучит понимающе. Вернулся, че я блан. Звучит понятно. Да я не хочу поворачиваться никуда вообще. О, пикап. Чувствую рип. На крюк сейчас сядешь. Я тоже чувствую рип. А че крюки такие маленькие? На нахуй. Как я должен был понять, с какой он стороны? Шиви свернули тупо. Так. Нет плашки. Ладно. Я типа должен часто поворачиваться или наоборот не поворачиваться? Welcome to the club, buddy. Не вижу его нигде. Он рандомный тупо спидрань. А, вижу. Nothing. Чмо. Чмо позорного осла. Другая комната теперь пиздос. Так там... А, ну там будет левый глаз, да. Не, вот здесь я еще должен... Блять. Эйма. Группа с очень важными новостями. Блять, я запутался. Прием. Вижу. Вижу. Окей, да сейчас. Охраниться. Да, хорошая идея. Чмо, хуй. Лал. Лучший. Угу, теперь он нас видит, да? Блять, проебал. Или что? Или в чем смысл? Хау-ха. Видимо, мне не стоит назад идти. Или мне нужно опять пройти те же комнаты, чтобы я здесь не видишь был. Видишь мой глаз? Аж нам пизда, кажись, да? Да. Блять, что-то страшно стало. Охуеть. Рофлите. Надеюсь, за спиной не откроется. Время 3 часа, мы в щит. Я, блин, его поссал, пока поднимаюсь в лифте. Баскетбол ногой на нахуй. Надеюсь, что на наружу собаки. Мы собаку не спасли. Мы собаку. Ладно, вот и все. Молодец, Паш. Паша, у тебя в доме есть лифт. Это на юг. А я собаку не спас, да? Да, есть. Не помню. Очень плохой. Что сказать? Прикольная игра. Прикольная игра, мне понравилась. На самом деле. Круто. Интересно, что-то будет в конце. Будем ждать. Конца титров. Конечно, так себе они придумали аутро. Ну ладно. Ладно, нормально. Сейчас быстренько пробежимся еще раз. Не, ну я типа, вы видели сами, что я случайно нашел лифт. Я не стремился закончить игру скорее. The time is late. Sliver Woods. О, приехали. Нормально так. Ого, стрим идет уже 2h50. Согласен, любопытно. Бля, я обсрал нахуй шоу. Паша думал, игру прошел, а хуй там, блядь. Давайте это получается. Получается. Да уж. Что-то я думаю, 3-4 локации не прошли еще. Опять глистов пизд. Посмотрим, кого.
О. Сейчас будет босс. Довольно милое помещение. О, так это была уже такая записка в начале игры, да? Сейчас я тебя захуярю. Boss of this gym. Imagine a dream. Так, ну ладно. О, карта. Сейф. GG. Это что? А. Я вспомнил, что там будет. Ладно. Действительно, пока. К сожалению, время позднее, а вставать рано завтра. Давай, удачи. Удачи, тренинг. Ну, мне прикольно, мне прикольно. Угу. Давайте сначала левую соберем. Но ближе. Значит, красные пометки, интересно. Не нравится мне из дробовика стрелять, у него как-то мало урона. Это прикольное. Рентген яичко. А, это прикольное. Я подчеркиваю. Убил всех глистов. Spook Stories for Kids. Я в реальности сейчас нахожусь. Я понятия не имею, Игорь. День читать. Пизда. Так, разберемся, кто у нас враг. Волынка. Это сейчас. А Гэри. Гэри. А что он сказал? Мы здесь, чтобы тебя мотивировать? Дюк не рефаннулся. Но он про картинку типа рожден, чтобы ебать. Так, ладно. Хотите верьте, хотите нет, но мне сейчас в лор погружаться совсем не интересно. Я бы поскорее прошел игру и... Дай дочитать. Пошел спать. Выкидыш предотвращен, мать наш лап, ЛТ, Ан, дитя интернета. Су. Я так понимаю, надо успеть до следующего переключателя, что ли? Нашел пласту на 2 часа. Нет, не надо. Ёпьян, чем пахнет сперма? Именно таким вопросом задался известный финский ученый Сосиху. Ответить на этот вопрос. Ну, ёб твою мать. Он провел эксперимент. Он накончал в литровую банку и дал ее понюхать 100 добровольцев, говоря, что находится в банке. Ты говорил, что пахнет хлоркой. Кто-то говорил, что пахнет мочой, но большая часть людей. Как бы это сказать? Они сказали, что сперма пахнет розой. Чем пахнет ваша сперма? Игру пройти, у тебя все шансы. Чем пахнет моя сперма? Пишите в комментарии, вместе со своей командой читаем все комментарии. Так что же такой запах? Хотя я роза это прикольно. Поехали в специальную задумка. Американскую исследовательскую лабораторию в штате Оттава. Группа с очень важными новостями. Я иду понюхаю обои у кровати. Почему не могу переслушать, что мне скажет эта волынка? А. Дарил им миру, ёбни ножом. Угу. Ёбни ножом. Дело в том, что за запах спермы отвечают сразу три органа: лимфодышащий узел, хиальная брахма и мочевой квадрат. Казалось бы, каким образом эти вещи могут быть связаны со спермой? Вы, наверное, так и подумали, но сейчас я вам покажу. Это мозг. Чмо. Я тебя вынесу. Появись. Появись у меня на глазах. Жалеешь. Ёбнул свой мозг. ГГ безмозглый. Блокт. Мы все сцелился чувами, потому что ему как сказала Йотова. Че, соло получается? Хорош. Кассета. А я видел скрины с этим чебурек. Твою стадию наищи тупо. Кажется, конец игры уже. Real AX. Че там забрать? Заблокирован проход. Мы провели на запаховой лаборатории 3 месяца. Скажите, это заслуживает лайка? Да. Мы с моей командой первый научпоп-канал, ролики которого показывают вместо уроков. Вот это прогресс, ребят. Вернемся к нашей сперме. Чем она пахнет? Мы задали вопрос американскому так, сохраниться стоит. Смиту, который потратил всю жизнь на изучение этого вопроса. О. Там, где ножом ебал. Так, идем дальше. Или нет? Ну, очень похоже на Silent Hill, прям супер сильно. Так, открылась дверь. Короче, ебешь пар. Спасибо, не ожидал от себя такого геймплея. Похоже на живое говно. Окей, будет лысая собака. О, здорово. Интересно. Тупые слова. Я выпустила 2 новых альбома за раз. Русский металл встал с колен. Кипилов дико орёт. Гав. Ты псинопат. Почему я не могу покавкать еще? Экзедок вайп. Ого, стрим идет уже 3H4M. Аж не проеби, это наш шанс. Ну погавкай же. Ёб твою. Как на машине нельзя. Управление тут как в автомобиле. ПБ остановит. Дрифта не жопой. Вот про собачий дрифт. Дрифт нужно. Собачий дрифт очень смешно, конечно. Давай так поднять хуй, если передо мной нет живой бабы и нет возможности включить порно. И касаться к хуй нельзя. Фантазия чуть не особо работает. Хотя может я что-то неправильно делаю, а вообще это нормально, если нету утреннего и встает только на порно. И когда уже пиздой голый, мне по хуй голой жопой проводила баба. Не снеси, что куда. Иди к хозяину. Вообще непонятно. Откуда он истит, ёбок? Пробовал. Не снеси, что? Да медленно поворачивается так и... Да, реально, как танк. Что ты имеешь в виду, фру пауэр? Попа. Ясно, это уже не хозяин воет. Это уже какое-то чмо позорного осла. Бачий дрифт. Ты мы слишком высокий для собаки, правда?
на уровне человеческой пиписьки примерно. Это если... Увидел сейчас на два чехуй Гамаза. Ебать. Смывай. То есть нужно было смывать? Что? А, окей. Я бы не видел. Баку уже не спать. Bad ending. Собака приняла ислам. Для собачий дрифт заново. Реально заново? Нет, я не думаю. Надо было смывать, получается. NGT, как понять, что тебя хотят тянки? Первый признак. Ты не сидишь на два. Писку открой. У меня такая большая задержка. Я заскриню и почитаю. Напишите сейчас какое-нибудь сообщение, чтобы я понимал, какая задержка. Маленькая. Спасибо. Довольно маленькая, действительно. Сообщение. Группа с очень важными новостями. Лин. Что я юзнул? Ладно. Так, хорошо. Работаем. Мне нужно туда, я понял. Налево? Да. Где-то это хоррор как. О, момент. Здорово. Прикинь, что? Паша. Так, третья история. Давай, спидрань. Я чем занимаюсь сейчас? Сейчас пойдем спать уже. Ковжбан. Сейчас будет паратопик. Так, хорошо. X3. X2 звезд. Давать. Надо было с паратопика начинать. Открой. Ебло. Ебло. Давай его под двери еби. Надо было дверь типа закрыть под ним. Блять, я дернулся нахуй. Над ним. Чтобы его придавило, что ли? Так, такой план. Он улыбается, ты че убегаешь? Остринь. Куда я прибежал? Там, кажется, выжидать надо. Ясно, ГГ, фак, ГГ. Выжидать надо. Так, где оно? Ебать, он жоп. Ди. А, тут кнопка есть. Дефенс. Пиздец. Пошел ты нахуй. Чему, да? Надо было. Блочь, бей. Пизда тебе. Так я же делал так. Вал. Кувалда его. Да ебаный в рот. А я в тупик сейчас можно пойду. Можно кувалда и въебли. У меня слезы. Чего? Блок-блок. Как козел. Зубам нужно. А, блокировать? Блокировать его, что ли? С южем. То есть, ПКМ вот так? Щит поднять? Ну, суть ты понял, как в той порнухе он в стене застрял. Паша, я просто хуйню написал в чат, мне делать нехуй. Не слушай. Так, я что-то вообще не понимаю, как эти работают. Катакомбы. А ты чего в игре ПКМ, я только не понимаю. Девка всем заправляет, вдруг все стало понятно. Ого, Рим идет уже 3H14. Как скажешь, пошу, Игорь. Я сейчас докурю и спать хорошо. Чему везде говно? Ты имеешь право на это. Без маски не обслуживаем собака перед тем, как сделать любое действие. Надо надеть маску собаки сразу после действия. Можно снять маску и дышать на всех заразой собака. Зато соблюден ритуал, ведь человек в маске был. Ну? Попробуй это несколько раз. Да я понял. Собака, 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 свистит, собака, собачий дрифт, собака, NGT. Допущен. Хочу кушать. Собака на твой во что курит. Ладно, сейчас разберемся. Как мне затаймить? Собака кух, подчеркивание, AM парень. Нет. Малборо золотой голд.
Собака на твоту, Александр. Понимаю. Красавчик. Собака прикрывает. Пеймблу получили. Александр. На пожу. Идет. Рекомендую мод 7 из Черногории. Это шутка, что ли, блядь? Не, Петрозаводск в Чехии находится. Жаль. Пизди не пускай. Он довольно далеко от Черногории. У меня хп нет, пиздец. Попробую так. Дампхак мияем элон. Ну что, сейчас сделал неправильно. У меня слезы из глаз идут почему-то. ЭБ дроп его стоп. Ну попробую стрелять. Собака на твот во морга. Ада. На выход это сюда, правильно же? Он будет кирпичи. Будут. Да, кирпичи. Не даем мясной валун кирпичи. Но суть в том, что мы в стене. А, что? Со спины зайти? Открой, открой, ну открой, блядь. Нужно со спины обойти. Окей. Че идет? Почему? Ну я же тайм не нормально, чего? Я не понимаю. Задамаженное лицо прикольное. Группа с очень важными новостями. Блин. Но тут ща поебемся с этими таймами. Он еще потом так улыбается. Ты хоть понял, как нажимать на кнопку, чтобы она с первого раза нажалась? Вот этот геймплей мне не нравится конкретно, я скажу. Прогресс. Норм придержал. Какой круг бежим, спортсмен? Ёб твою мать. Ой, какой уёбок. Сейчас меня выебет, а? Он меня выебет. Он не останавливается. Его не стопит. Меня покорить. Его не стопит стрельба. Ладно, сейчас подождем секунду перед открытием. Его не тормозят мои выстрелы. Блоком кувалды. Так, раз, открыть. Ебать, почему так близко? Не особо. Давай дробовиком. Дай ему яблоко, пусть проблюется. Так, ладно, сейчас сразу кликаю. Пришла. Зачем эти предметы? Поводок, блядь. Я не знаю, зачем поводок, кстати. Чтобы нам напоминать собаки, что ли. То мы ее любим. BDSM. Nice fuck up. Не успевает. Вот урод. Ползет. Собака доктор почувствовала. Уебище. Давай, Игорь. Спасибо за сегодняшний стрим и прекрасную картинку. ББ на твоту. Давай, спокойной ночи. ББ. Тормози, тормози. Пожалуйста, брат.
Сколько собак от Докта подчеркивания относит собака Фарапуэра? Вот это ебик, вот это просто... Ну... Не понимаю, вот... Нахуя? Нахуя? Да, я пробовал. Нахуя вот разработчик такую хуйню придумал? Что за хуйня? Ну, этот... Пепе. Гуманизация Пепе. Могу показать потом. После стрима. Ну, я не знаю блоком кувалды. Ну, не работает блок кувалды. Не знаю, что делать. Перестал таймер работать почему-то. Вот он типа сейчас сразу проскочит, он успеет. Да. Я не знал, как еще сказать. О, успевает? Ну! Три раза надо? Охуеть можно. Просто охуеть можно. Неа Солянова. Во, стрим идет уже 3H25. Не, если я делаю что-то неправильно, то вопросов нет. Если я делаю что-то неправильно, то вопросов нет. Если так предусмотрено геймплеем, то застрял. Это... Поймал уже. Ну да, поймал. Два раза уже поймал. Блять! Чуть не умер. В этот раз тоже было, а ты убежал. Так в смысле убежал? А что надо было сделать? А что надо было сделать, Ангст? А что надо было... А что надо с ним делать, когда я его ловлю? Еби его в ноги. Я так пробовал уже. Я так уже делал. Я так уже делал, это не дало плодов никаких. Картинка действительно прикольная. Да, он ее рисовал где-то часа два, наверное. Много потратил сил и идей. Подписывайтесь на стримы. Но туту, не пожалеете. Плюс. Блять, сейчас уебок. Нормально. Он очень крутые стримы у Игоря, но туту очень крутые. Всем советую на них приходить, сидеть и слушать отличную музыку. Огромный ему респект. Ну вот, пройдет же, да? Да, пройдет, конечно. Еби его, мили. Козырь, блин. Ну. Блять, это такое. Не могу пройти. Да, скиньте Ангсту. Либо я потом скину просто. А в чем суть? Ну, игра крутая. Что разрешаешь? Да, конечно. В смысле, конечно. Суть игры тут долго объяснять. Нихуя. Сюжетная игра, скорее. Спасибо. Это я прохожу, по всей видимости, последнего босса. Собака лучше, сэр, найти собаку. Как мне объяснили. Спасибо, звездочка. И выявить. Ёбнуть монстра из пушки. На него что-то не работают патроны. Лучше с ножа. Ну, выходи, выходи, выходи. Выходи, выходи, иди сюда, иди. Встань прям под эту дверь, он тебя прям чертит. Так у меня хп нет, чтобы... А, у меня 99 хп. Я думал, я не смогу втанчить. Придержи дверь. Нет, снэк сразу. Он тут сразу будет, да, снэк сразу. Сейчас, чтобы на Верочку. А может мне нужно пройти. Может мне нужно пройти под дверью, пока его зажало. И сзади со спины зайти. Получается, надо танчить, а потом стрелять. Давайте я сейчас со спины к нему зайду, когда его придавит. Да. Вот это мразь, вот это мразь. Мне кажется, лучше ножом. А, в ебле? Хорошо. 100%. Хорошо.
Почему позорного осла, ёпта? Чисто в табло. Все, просто не придавливает. Просто не придавливает. П 49. Проклятие. Я за круга три его убивал. Вал. Видимо, я плохой геймер. Анимация его убивает. Видимо, я. Видимо, из меня плохой геймер. Я так понимаю. Ну, дверь! Ну, лучше потрачу все оружие, короче. И потом с ножа буду убивать. Потому что, по-моему, нож все-таки меньше дамажит, чем оружие. Себя сажать не хочется пока. Не, нормально. Собака хворост дам. Ну, после этого босса, я так понимаю. А, что? А. Ну, здесь у него, кстати, кровь не вытекала. То есть он получает дамаг. То есть он получает дамаг только под дверью находясь. А как рассчитать, чтобы она закрывалась, я хуй знает. Вообще понятия не имею. Ни малейшего. Ладно, сейчас разберемся. Нормально все будет. Сейчас отсюда выйди, да? Рано. Ну ебалово, ну ебалово, я просто охуеваю. Успеет, конечно. Ну сейчас вроде должен вроде нажимать сразу. Не ожидаю. Вот так вот. Как думаешь, кем это? Здесь поздно. Собаками. Да, улыбка прикольная. Питает. Сегодня он свинец похавает. Ну, конечно, нельзя было скрипт написать. Дверь закрывалась сразу. И он с чип. Так вот сейчас он далеко, потому что звука нет. Поэтому сейчас я поздно. Башит каждый день. Реально ей было прикольное, смешное. Я не понимаю, с него течет кровь, когда я в него стреляю. Когда он под дверью находится. Сейчас я опоздаю, по всей видимости. Ого, стрим будет уже примерно 14. Окей, давайте ножом или кувалдой. Урон или нож. Ебло монстра бивает. Вау, 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 вау. Давайте кувалды пробуем. Пиваем. Ну, ну. Вроде я даже урон не получаю сейчас. Хорошо иду. Давайте нож. Да ёбаный в рот, поздно. Опоздал. Собака? Хорош. Отрезал ног. Неав Солянова. Пойдем смотреть кассеты или пойдем спать? Что думаете? Сильно спать хотите? Завтра суббота, напоминаю.
ВК, лезь в него. Лезь, ну что со спины, кстати, интересно. Titanfall пойдем? С этой хуйня могу про них рассказать. Блин, ну Titanfall такое. Будем. Я не очень хочу Titanfall. Мне очень не нравится эта игра. Так, все, выход налево, да? Да. Конечно, будем, это я по приколу спросил. Да, кстати. Новый сезон мужиков. Мужиков? Бойс? Не смотрел. Первый сезон тоже. Фулгай, идем в Фулгай. Какой Фулгай, сучурок? Блять, ебаный фулгай. Нахуй это пугать. Прикольный ник. Привет. Когда пикник? Привет. Ой, в пизду. Блять, замуровали, черти. Надо было налево идти, как и знал, что наебут. Зачем так пугать? Не знаю, зачем так пугать. Нет, мне тоже это не нравится. И лестница. Будем собаку искать, я так понимаю. Иди за псиной. Да. Колбастер. Ползем по маточным трубам. И финишная прямая тупо хуярь мобов, и все хорошее концов. Сейчас в ЕК амнезии вторая раздает. Не люблю амнезию. Никогда ее не любил смотреть и играть. Ребят, извините, вы видели? Туплю. А что за игра? Три раза осечка. Три осечки были. Классно. Да, игра, все, игра здесь, есть в давай. Категории на Твиче. Lost in Vivo. Lost in Vivo. СПС. Осечки бесконечные. Все, ебало, осечки. Прошу прощения за маты, конечно. Но терпеть это тяжело. Группа с очень важными новостями. Ну, такие себе новости, не знаю, относительно важные, я бы сказал. Бывают в мире новости и поважнее. Блин, они так жалобно скулят, ты зверь. Паш, извини, что так поздно с этим вопросом, но оцени ник ментовский беспредел 6. Не, мне не очень. Что такое Вива? Объясни, пожалуйста. Я не очень его заценил. Кстати, по игре я так и не понял, что такое Вива, честно. Видимо, это объяснялось по лору, да? Еще одна глава, по всей видимости, если тут патроны ебучие, да? Конечно. Потерянные в жизни, ну вот, спасибо. Вива, ваша сила и мудрость. Финиш. В левом нижнем углу. Что там? Еще нет. Здорово, клуб. Очень смешно, робот комменты озвучивает. Подумай, пожалуй. Это типа субтитры на пиздёт. Ты куда? А Twitch мне автоматически закрыл субтитры. Что? Закрыл я дверь? Какую? 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 Я ничего не закрыл. Нихуя не закрыл. Нет. Пойду закрою. Забей это хуйка на доп. Концов. Понял. Я страшно. Согласен. Страха нет. Отсутствует в полном объеме. Осечка. Все ебало в осечках. Типа нет секса, пока ее не пройдет. Другого опоздания не вижу. Ты говоришь, ты доктор Страх? Не знаю. В гугле написали, что это похожая игра на маяк. Маяк мне очень понравился. Че это, блядь, шутка нахуй? Все. Ого, у меня такие маленькие зеленые хуйни в деревне росли. О, жопу схватят. Фак. Существа из фильмов Линча. Какой же метки, ебать. Куда? Блять, что за хуйня? Еще. Вообще надум. Ого, стрим идет уже 3:46. Только медленно. На третий дом похоже, вот на что похоже. На Counter-Strike похоже. Паш, ты большой молодец. На третий Counter-Strike. А то подскажет название третьего Counter-Strike.
Ну, неужели нормальная концовка? Ну, определенно это была игра. Определенно это мы сейчас в игру поиграли. Вот что скажу. Ох, просплю я сегодня свои пары в зуме. Спасибо за компанию всем. Приходите еще на стримы. Они у нас частые. Да. Еще один ночной вруб, и я вскрываю пары в зуме. Не, кассеты не хочу. Не хочу никаких кассет. Тем более титры нельзя скипнуть. Я собрал 3 кассеты из 4, по-моему, да? Ну, все. Что еще могу сказать? Всем хороших выходных. Спасибо за стрим. Я один тут с пабликом, мои любимые юмористы. Спасибо за подписки, кто сегодня подписывался. Всем до новых встреч. Кассеты говно, там флешбеки про больничку и как ты в приюте собаку берешь. Спокойной ночи.